Мы продолжаем говорить о юбиляре. Нагин Мару накануне исполнилось 80. Сейчас мы вспомним, какие известные люди в стране посещали наш славный город. На протяжении своего становления Нарин Мар посещали разные знаменитые в стране люди, в том числе актеры, поэты, певцы, которые, несмотря на, казалось бы, рядовые гастроли, которых у них тысячи, сохранили добрую память как о городе, так и о людях здесь живущих. Память и гостеприимство, какая-то открытость людей. И я для себя сделала вывод, что чем суровее природа, тем люди доброжелательнее. А знаменитая певица Екатерина Шаврина отлично запомнила и то время, когда ее супруг, композитор Григорий Пономаренко, в содружестве с поэтессой Инной Кашежевой написали знаменитый хит «Нарин Мар, мой Нарин Мар». Об этих людях, это же герои, там могут жить только герои в то время могли жить. И вот об этих людях, конечно, Инна Кашежева и Пономаренко, они бы не прошли мимо их. Позднее, благодаря Шавриной, о Нарин Маре узнал без преувеличения весь мир. Эта песня была и остается визитной карточкой всех наринмарцев. Всю жизнь она идет со мной. И до сих пор в зале всегда кричат «Нарин Мар!». Причем не только на севере, во всех городах кричат. Навсегда запомнились встречи с нашим городом и северянами, и знаменитому поэту Евгению Евтушенко. Это было довольно, так сказать, убого с одной стороны. Но что меня поразило, что где мы ни были тогда, все-таки было другое время, у всех огромное количество книжек вот в этих барачных домах. А вот чем запомнился Нарин Мар другому известному поэту Валентину Устинову, который одно время даже жил и работал в столице округа в редакции «Нарьяна Вындер». Мне все наринмарцы кажутся молодыми, красивыми, здоровыми и очень доброжелательными. Я хочу, чтобы Нарин Мар и был таким. Не менее интересны и воспоминания других известных личностей, в разные годы посетивших наш заполярный городок. Если говорить о севере, то если уж нам и надеяться, то на что нам надеяться, кроме как не на север? Мне всегда говорили, а где же у нас все мужики? И я говорю, да на севере, они все настоящие хорошие мужики.